Так, теперь, ребят, покажу, ну, как я буду единицу заряжать, снаряжать. Все то же самое. Порох тот же. Ой, что-то я тут переключил. Вот граммы. Буду сыпать 1,6. Драга. Для выстрела до 35 метров, даже до 40, дальше он не тянет. По крайней мере, сколько я его не пробовал. Очень он. Кстати, у меня знакомый им же стреляет, у него тоже подранки. Если чуть-чуть дальше, 40 метров, все, подранок. Я не знаю, я одного зайца бил. Блин, гляньте, не лезет пыш. Он порох болтается. Видите? Пружинит. Так, ладно, я его додавлю потом. Не под видео. Сейчас другой возьмем. Это еще старые. Вот они у меня уже. Как раз их хватает на... Вот эти гильзы. Больше у меня старого образца этих нету. Есть нового. Те идут не так плотно. Вот он, гляньте, он скачет, видите? О, этот сел с третьего раза. Ну, два патрончика, наверное, покажу, чтобы не затягивать видео. Вот так вот у меня будет единица. Опять же, Рязань. Вот, шестилепестковый. Так, эту сторонку оставим. И 1,6. Обтюратор. Так, какой попался? Пойдет он туда? Нет. Опять он у меня вот скачет. Ну. Не, он даже не садится, гляньте. Ну, кто-то говорил, леску туда. Ну, пусть постоит, я его потом добавлю. Вот это обтюраторы. Хорошие обтюраторы как раз для импалы. Но это обтюраторы на зиму хорошие. Вот я их на порох Салют или Сунар Котовский и использую. На Салюте будут патроны снаряжаться для дальней стрельбы. Он далеко тянет. Так. О. Этот сел. Так, ну, наверное, хватит. Остальное не под видео. А то мы будем вот это мучиться. Вот так вот. Вот. А дальше что? А дальше мы просто берем тупо нашу единицу. Ну, более-менее крепенькая. И засыпаем. Почему я эту единицу беру? Я прошлый раз стрелял вот этой Феттер, единица, 12-15 года, но на шом. Вот я ее расстрелял прилично, да килограмм, наверное, расстрелял. Я брал зайцев, как бы, некоторых не брал, но она мягкая. Ну, шом она и есть шом, да. Я ее заряжал почему, чтобы ее раскидывала, просто вот так. Поэтому, не знаю, может быть и ту зарядить. А может быть, знаете, я сейчас ее разбодяжу. Вниз мягкую, 15 грамм, вверх 20 грамм твердой. И все, она у меня как раз и уйдет. Так. И вот еще, смотрите. Ну, короче, полную навеску засыпаю и все, не заморачиваюсь. Да, я сейчас разбодяжу ее, ребят. Вот так. Закрываю звездой, патрончик готов. Это будет единица. Так, и, ребят, я вам покажу. Вот я засыпал
порохом запозывал. Как, если у вас есть вот такая плохая дробь, не ухудшая боя, ее использовать? То есть будет тоже универсальный патрон. Что мы делаем? А мы берем мягкую шомовскую дробь, засыпаем 15 грамм, ее помнет, она мягкая, ее раскинет, вот, и поверх засыпаем вот такую твердую дробь, 20 грамм, вот прям угадал. Все, универсальный патрон, ребят. Эта дробь полетит далеко, она твердая, ее не помнет. Мягкую дробь помнет и ее раскинет. Чтоб вы понимали, вот смотрите, твердая дробь, она белая, мягкая, она темная. Это всегда так, свинец мягкий, темнеет. Видите? Так. Ну, собственно, вот такой вот сейчас еще покажу. Вот такой способ, нехитрый. Чисто вот так вот. И это у меня будет там какой-нибудь второй патрон. Первый широким боем, может даже два первых. А этот будет там какой-нибудь второй или третий. Я думаю, единицы хватит, заяц поднимается недалеко. Вполне. Вот, смотрите. Я мягкое засыпал. И поверх 20 грамм. Твердой. Еще одну дробинку. Все. Отличный патрон будет. Я так вот. Я даже мешал единицу 2-0. 2-0 под низ, 3-0. Там единицу 3-0 наверх. То есть именно вот так. Дробь снова растягивается, да, задняя летит сзади, а у более крупной выше скорость. И все падало. Ну, сейчас мы мешать нули с единицей там или что-то не будем. Мы мешаем мягкую и твердую. Потому что ее куда-то надо девать. А если ее вот в таком виде зарядить, это не патрон. Да, я в прошлом году брал зайца. Но какие-то намеки были на подранка. И его не пробило. Плюс еще вот этот порох резкий, драга. Который не любит вот эту мягкую дробь, поэтому я знал, что этот патрон для стрельбы не далее 30 метров. И я вот именно фетр заряжал. Но сейчас буду подяжить, потому что не хочу. Пусть лучше вот так, так надежнее. Твердая плюс мягкая. Ну, собственно, закрою потом звездой, что тут еще показывать. Так, ну и давайте теперь снарядим налевкой. Два патрона покажу. Значит, все то же самое. Пороха 1,6 буду ложить. Налевку буду эверестовскую заряжать, потому что это уже попозже она пойдет, когда расстреляю тройку, единицу, когда уже... Там может снежок выпадет. Обтюратор такой же. Кстати, обтюраторы, если не лезут, ребят, вот он скачет вообще. О, этот сел. То можно вот так оставить, поставить, воздух выйдет и потом додавить. Давайте второй. Так, 1,6. Ну, 1,6, 1,61, вообще 1,63, 1,65 допускается. А на драга, конечно, надо бы CX, ну ладно. Так. Раз. Пыжик, пыжи, просто досылай. О, ты перлись. Ой, стоп. Стоп, стоп, стоп. Пыжик будет один. Сейчас мы его выковырим. И я хотел померить, примерить вот такие контейнера. Это лепесток. Они у меня лежат, куда-то надо их девать. Кстати, очень плотненько идут, гляньте. Видите, прям очень с усилием.
И они рассчитаны на 35 грамм. Как раз. Если все нормально, я их буду использовать. У меня их много лежит. Ну как много, относительно много. Неплохие контейнера, я когда-то ими стрелял. И обтюрация есть, видите. Вот. И дальше мы засыпаем дробь номер 0. Дробь Эверест. Налевочка. Это чисто на уже более так 40 метров, 35. Хотя я говорю, там заяц не пуганный, он сидит до последнего. Но бывает ситуации, когда приходится стрелять там 40. О! И видите, эта дробь ложится вровень с лепестком, с краем. Неплохие контейнера, когда ты ими стрелял, дешманские какие-то там такие, не навороченные, но пойдут в ход. Надо их еще найти, и я их побабахаю этот год. Вот, 35 грамм. Собственно, и все. Дальше я закрою звездой. Патроны будут готовы.